самовар фирмы Kelly Kettle. Ирландская фирма Kelly Kettle производит данные самовары уже много лет, и они во всем мире завоевали большую популярность из-за своей экономичности в использовании топлива и большой эффективности. Самовары выпускаются в двух исполнениях, в стальном и в алюминиевом, и в трех объемах – 0,6, 1,2 и 1,4 литра. Сейчас на столе стоит самый большой вариант, который называется Basecamp, имеет объем 1,4, а массу 1 кг 220 грамм. Для того, чтобы запустить эту систему, нужно наполнить нижнюю чашку хворостом, сухой бумагой, либо берестой, тем, что можно быстро разжечь. После того, как вы подожгли, ставится сверху основная емкость, и через верхнюю часть, через шахту, туда можно подбрасывать небольшие щепки, шишки, либо веточки. Обязательным условием использования является то, что вы должны удалить эту пробку при использовании системы. Пробка служит только для того, чтобы не расплескать воду, пока вы идете от источника воды до места приготовления. При желании здесь стоит заводное кольцо, и вообще можно полностью отстегнуть пробку, и тогда вы никогда не ошибетесь и не обваритесь. Для того, чтобы снять систему с огня, вы переводите ручку в положение примерно 90 градусов, и можно переносить. Ручка имеет также деревянную часть, что позволяет не обжигаться. Ни в коем случае, снимая с огня, нельзя брать сверху, потому что тогда пламя непосредственно будет бить вам в руку, и очень легко обжечься. Эффективность этой системы позволяет кипятить литр 400 примерно за 1,5-2 минуты при уже имеющемся пламени. Такая схема позволяет экономить дрова, особенно будет эффективной в зоне лесотундры, тундры или в местах популярных туристских стоянок, где нормальные дрова уже найти проблематично. Таким образом, имея достаточно маленький размер, возможность использования натурального топлива, а также несколько вариантов по объему, самовары Kelly Kettle отлично подойдут для пеших водных походов, для использования в базовых лагерях, в кемпинге, а также для приготовления большого количества кипятка на соревнованиях.